Так, ну что, пора настало заняться вплотную этими штекерами. Убираем глаз, то есть стекло. И наши стержни должны входить вот в эту, которая снаружи. Если мы попробуем их просто передвинуть. Так, я сейчас возьму. Уберу из нуля. Так. Ну, допустим, то у нас навряд ли что получится, ведь она не действует здесь. Поэтому в клонере может только быть трансформирование. То есть вот таким образом вот здесь потихоньку двигаем, 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 пока мы туда не воткнулись. Ну, это может привести, конечно, к сумасшествию, если не знать и пытаться двигать это дело. Это невозможно. Поэтому только вот такой способ. Так, ну вот он туда встал, хорошо. Теперь нам надо сделать всякие шайбочки, гаечки, чтобы мозги себе не сушить. Мы сейчас это продублируем. Вот так. Так. Цилиндра сделаем, скажем так, ну-ка. Три там много. Во-первых, и здесь надо цилиндр поменьше сделать. Один. Вот так. Вот. А здесь, скажем так, ну давайте попробуем пока что цилиндр 2 и расстояние маленькое сделаем, чтобы шайбочка получилась. Вот такая шайбочка, так, прекрасно. Так, вот такая шайбочка. И теперь ее надо тоже сдвинуть с помощью трансформирования вот сюда. Вот так она встала, хорошо. Ну и у цилиндра сделаем мы сейчас капс. Где у нас капс? Вот. Кругленькую, но не настолько. Сегментов можно 3 оставить, а вот тут поменьше сделать. Ну-ка, 0, скажем, 3. Ну, нормально, 0,2 даже. Я думаю, вполне будет достаточно. Вот так вот у нас уже и шайба готова. Хорошо. Но мы видим, что как бы не до конца оно дошло, да? Поэтому давайте доведем уже до конца. Клонер этот. Вот это много. 31. 31 тоже много, значит 30 с половинкой. 4. Ага. 31,4. Вот так. Да? Мы можем 31,5 сделать. Все, оно приземлилось туда, куда оно и нужно было. Ну, я думаю, 2 это тоже многовасенько. Поэтому нет ничего проще избавиться от этого. Сказать, что у нас высота, радиус 2, 1,5. Ну-ка. 1,5 много, мало. 1,7. 1,7. Можно тренироваться до умопомрачения. Поэтому мы так сильно не будем. Здесь 0,8 может быть. Ну, вот это уже похоже на гайку. Так, теперь болты. Болты. Теперь нам нужны как бы головочки, да, для этих, на которые крепятся. Но у меня их как бы нет, ребят. Поэтому придется создавать самому. Но это, в общем-то, не будет сложно. Я думаю, просто я открыл новый сейчас. Взял сферу. Так. Превратил ее в объект. Теперь возьмем. Пойдем вот сюда. Уберем это все. Не нужно. Даже чуть больше, наверное, уберем. Вот так. Отлично. Далее нам нужен цилиндр. Ну, не такой, чтобы уж очень цилиндр. Естественно, нам нужен он поболее. Вот так. И поменьше здесь по высоте.
Где-то так, наверное. Да, где-то так. Хорошо. И теперь нам надо сделать его более-менее кругленьким. Ну, 5 это много. Возьмем 3. Вот так. Вот так. Теперь надо крестовину сделать здесь, да? И это всегда вызывает такое, как бы. Ну как это сделать? Как это сделать? Да как это сделать? Сейчас сделаем. Нет, чуть-чуть вниз. Вот так, наверное, будет хорошо. Глянем все вниз. Ничего не высовывается. Нет, ничего не высовывается. Ну и здесь можно просто поступить следующим образом. Использовать булевые операции. А это значит взять куб. Утончить его как можно сильнее. Так, вот так. И вот здесь вот так. Посмотрим сверху. Нам крестовина нужна, да? Правильно же? Поэтому чуть-чуть побольше. Вот так. Хорошо. И высота нам такая тоже не особо нужна. Поэтому высоту мы сейчас подрубим малость. И выдвинем это все наверх. Вот так. Вот так. Так, теперь мы ее копируем и разворачиваем на 90 градусов. Так вот 90, да? Вот эти два можно соединить в один, наверное. Connect объект. Да, вот он соединился. Так. И нам нужно из сферы выдернуть вот этот. Это уже булевая операция. Вот она, буля. Значит так, из цилиндра, вернее, из сферы нам надо вырезать цилиндр. Нет, куб. Куб. Вот так. Переставим местами. Ну и все. И вот мы получили такую штуку. Теперь соединяем все в едино. И говорим, что нам надо тоже все удалить, оставить только вот этот объект. Вот так. Вот оно. Хорошо. Далее копируем это дело. Копировать, копировать, копировать. Идем в наши и забрасываем сюда. Все, не забросилось. Почему? Я же все правильно выбрал. Еще раз. Вот теперь мы ее туда заншивали. Так, ну она чудовищно большая, естественно, поэтому мы ее, во-первых, мы ее сейчас уменьшим до нужного нам размера, что не представляет никакого труда. Так, перевернем, как нам нужно. Так, на 90. И подставим туда, где она должна быть. Она по-прежнему большая еще, но ничего страшного. Ничего страшного не произойдет. Мы сейчас ее уменьшим так, как нам нужно. Все делаем. Так. Уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Оставляем где-то вот такую, наверное. Ставим на место, где она была. Так, и смотрим. И смотрим. И она у нас вот она, да? Подвинем ее вот сюда. Вот это нам уже не надо, в общем-то, так, сплайн. Мы его сейчас притушим. Вот так. Так. Потому что пока он нам, конечно, нужен, да? Так.
Вот это буля наша, бабуля. Хорошо. Вот так, да? Там стекло встанет. Где у нас стекло? Вот оно, это стекло. Мы его сейчас стекло подвинем так, как нужно. Ну-ка. Ну, сверху видно хорошо. Поэтому этим мы воспользуемся. Так, вот так у нас будет стекло. А буля будет немножко выпирать здесь. Вот сюда на эту будет глаз. Вот так. Вот так. Да? Если надо, потом мы ее увеличим сюда. Если захотим. Немножко дико выглядит. Поэтому стекло надо подвинуть до самого конца, я считаю. Чтобы вот только эти. Так, хорошо. И саму кнопочку вот сюда. Кнопочку. Ну, главное, чтобы она не утонула. И чуть-чуть ее побольше все-таки. Вот так. Вроде как держится постепенно стекло. Прекрасно. Ну и то же самое мы поступим, наверное. Мы сейчас это все скопируем. Так, и вместо цилиндра подключим сюда булю. Цилиндр удалим. Вот и все, ребята. Вот и прекрасненько. Так. Ну, оно как бы все удалилось. Все исчезло. Почему? Да потому что... Сейчас посмотрим сплайн здесь. Сейчас разберусь, почему она пропала. Не должна была пропадать. Сейчас разберемся. Все очень просто, ребята. Вон они там попали, как попало. Поэтому вот этот вот ставим сюда. И вот они, галочка, вот они все здесь. Теперь идем в трансформацию и начинаем двигать их. Ну нет, не так, конечно, двигать их надо. Их надо двигать по оси. Какая у нас ось? По оси X. Тоже не годится. Вот тогда по Y. Так. Ну, ребята, это все очень неточно как-то получилось. Нет, так не пойдет. Надо по новой. Давайте заглянем вот сюда. Мы видим смещение. По Z на 22 сантиметра. Это нам совсем не надо. Давайте на 0 поставим. Посмотрим, как это будет, если это будет 0. 0. Все. Они встали на свое место. И больше нам на этот момент пока не надо. Подвинем их по трансформированию по оси Y. Все правильно. Ну и почти порядок. Еще двинуть можно. Так, здесь минус 12. Так, давайте посмотрим теперь в трансформирование. Все. С этим мы, ребята, справились. Мы посадили зеркало, вернее стекло, на эти самые болты. Причем по всей длине. И если сейчас посмотреть, то выглядит все вполне так это интересно. Ага. Все хорошо разложилось, все хорошо стоит, все хорошо видно. Единственное, что я бы чуть увеличил эту самую булю. Булю, 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 булю.
Вот так. А так она что-то пропадает немножко. Все. Дальше мы еще немножко поработаем с задниками вот здесь. И на этом, в принципе, модель можно будет закончить.